Ну, думаю, что в начале что-то у нас не получалось в атаке, не могли никак выйти с обороны в атаку. Потом перестроились чуть-чуть и вроде начало что-то получаться и моменты возникали. Конечно, хотелось бы выиграть, но я думаю, что по игре, я думаю, что ну, ничья по этой игре, я думаю, что справедливый результат. В концовке мы взлетели обороты, наша команда. Показалось ли, что можем вырвать победу? Ну, думаю, что по концовке, когда уже забили второй, да, сравняли. Может быть, и возможно, и можно было. Ну, тоже можно сказать, что второй гол такой чуть-чуть подарок нам Чичкан подарил, можно так сказать. Потому что летело в него там, ну, что, ну такое какое-то стопроцентное, не сказал бы. Я думаю, что, ну, ничья это заслуженно так. Все-таки большая пауза была у нашей команды перед игрой с Батэ. А как это сказалось на действиях в этом матче? Сказалось ли, в принципе? Ну, я думаю, что сказалось, конечно, когда ты в тонусе и еженедельно играешь. Ну, все в тонусе и в игровом. Потому что тренироваться ради, чтобы просто тренироваться, это одно. А когда ты тренируешься ради игры, прямо уже соскучились по этой игре. И, может быть, чуть вначале, может, я думаю, чуть перегорели. А Батэ, ну, казалось, что у них мало времени, да, чтобы восстановиться после Еврокубков. Но они в тонусе были. Я не знаю, может быть, оно и на то и сложилось, что мы на паузе, а они, ну, как играли, может быть, так. Мне кажется, что игра была такая равная. Ну и по моментам, и по игре. Поддержка болельщиков сегодня? Вообще очень классно было даже. Каждую игру все больше и больше болельщиков приходит. Это, конечно, очень радует. И хотелось бы, чтобы мы, не знаю, на первые места выходили, да, по посещаемости.